Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вас беспокоит. Значит, ситуация следующая. Вы пишете, что в детстве любите девочку. Вот. Вы пишете, что с детства у вас к ней чувства есть. И, соответственно, возникает вопрос, почему же тогда вы, если у вас к ней чувства, допустили то, что вы ее не видите, допустили то, что вы не видели ее так долго? Почему так получилось? Где ваша ответственность за любовь? Далее, как вы видели, спать не могу, постоянно снится и без нее не нахожу себе места. Важный вопрос. Опять, почему? Почему вы не видели ее 20 лет, а с этим как-то жили с этим, получается, а теперь, когда увидели ее вновь, не находите себе места. Так почему так произошло? Просто попробуйте подумать, почему именно вы не можете спать? С чем это связано? Синдром неоконченного действия, нереализованные желания, какие-то мечты, какие-то потребности и так далее. Что? Почему так? Вы не видели ее 20 лет. Она живет без вас, скорее всего. Как-то, как минимум, устроено. Это значит, что она живет без вас. И очень может быть, что вас она не помнит уже. И вопрос, который я хочу вам задать, так, чего вы от нее хотите? Именно вы. Чего хотите от девушки в данный момент, сейчас? Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Далее. Ситуация следующая. Далее. Значит, нужно понимать, что любовь ваша, она в некоторой степени идеализирована. То есть у нее, у любви есть такое свойство идеализировать того, кого мы любим. И, скорее всего, девушку вы идеализируете. Скорее всего. Что нужно сделать, чтобы ее не идеализировать? Во-первых, самое простое, что вы можете сделать, это записаться к психологу и именно с психологом поработать на эту тему. То есть, перестать идеализировать девушку. Это вот первый и важный момент. Второе. Что вы можете сделать? Второе. Это встретиться с ней и развенчать ее образ. То есть, деидеализировать ее. Чтобы вы поняли, что та, кого вы любите, только у вас в сознании, что
Ну, что реального человека нет. Реального человека не существует. Того, кого вы любите, то бишь. И тогда у вас появится правильное понимание, что а люблю-то я кого? Ведь этого человека нет. Понимаете, нет этого человека, нет того, кого я люблю. Я люблю миф, образ, по сути. И вы сможете, наконец, жить дальше. На самом деле. Вот это то, что является второй момент. И последний момент связан с тем, для чего вам это чувство. Почему так долго вы любите эту девочку? Почему так долго вы привязаны к этой девушке? Почему так долго о ней мечтаете? Почему? Для чего вам 20 лет срок большой? Нужно выяснять. Для чего-то это чувство вам нужно. Вот то, которое вы испытываете. Для чего-то оно вам необходимо. И я хотел бы, чтобы вы подумали как следует на эту тему. И вот уже ваши мысли по этим вопросам можно обсудить приватно, если у вас есть желание. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.